Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. На дворе март месяц, близится лето, сезон, и многие из вас просят меня сделать обзоры в магазинах Алании, где продаются обувь, текстиль, одежда, различные товары, которые вы приобретаете в Турции, когда приезжаете сюда в отпуск или проживаете здесь. Сегодня мы пришли в магазин Роя Кундура, который расположен в самом центре Алании и где продается обувь турецкого производства, мужская, женская, детская обувь, качественная обувь по очень-очень приемлемым ценам. Сегодня мы пройдем с вами в магазин, посмотрим, что в этом сезоне, какие новинки, ну и, конечно же, какие цены. Поэтому, если вы не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь. Только у меня все самое интересное и полезное. Ну и, конечно же, в описании к этому видео все контакты этого магазина, сайт, социальные сети и адрес, где он расположен. Магазин обуви Роя Кундура найти очень просто. Находится он совсем рядом с пятничным рынком и автобусной остановкой. Если вы приезжаете из близлежащих районов Алании, из таких как Окуджалар, Афсалар, Конаклы и так далее, вы приезжаете на вот эту вот автобусную остановку. Также сюда приходят автобусы из Махмутлара, Кестеля, Газипаши и даже Манавгата. И когда вы приезжаете на эту остановку, выходите из автобуса и поворачиваете налево, проходите мимо обмена валют и идете в сторону пятничного рынка. В пятницу здесь большой фруктовый и овощной рынок, где вы также можете приобрести различные сезонные фрукты, овощи, зелень и так далее. И пройдя через вот эту вот большую площадь, вы увидите магазин с желтой вывеской. Вот это и есть магазин Роя Кундура. Если вы приезжаете на центральную улицу Алании, то для того, чтобы найти магазин Роя Кундура, ориентируйтесь по магазину Де-Факто. И прямо напротив магазина Де-Факто есть обмен валюты. И чтобы попасть в магазин, нужно идти по прямой вот по этой улочке. Вы можете доехать до вот этой вот остановки, попросить водителя сказать остановиться у магазина Де-Факто. И сюда автобусы приходят из Махмутлара, Карагаджака, Оба, Тосмур и так далее. И для того, чтобы попасть в магазин Роя Кундура, нужно пройти вот по этой улице, опять же, до пятничного рынка, когда в пятницу там расположен рынок, а в остальные дни там расположена парковка. И пройдя мимо парковки и вот этого вот красивого маленького домика, где продают хлеб, вы и увидите магазин Роя Кундура. Сейчас он также виден. Вот это вот желтая вывеска. И по прямой через рынок или парковку очень просто, буквально в течение 2 минут, вы попадаете в магазин Роя Кундура. В магазине Роя Кундура огромный выбор мужской, женской и детской обуви. Когда вы приходите в магазин Роя Кундура, обязательно обращайте внимание вот на эти стенды, которые стоят на улице. Здесь представлены товары по скидкам. Очень качественная, красивая обувь, кожаная обувь по цене от 100 лир. Различные модели, есть летняя обувь, есть босоножки, есть различные кожаные кроссовки, кеды. Ну и, конечно же, демисезонная обувь, которую вы можете приобрести, если найдете свой размер, потому что здесь размеры последние, можете приобрести по очень хорошим ценам. Ну а если вам необходимо что-то новое и самое интересное и классное, то, конечно же, нужно пройти внутрь магазина. В магазине 2 этажа,
с огромным выбором качественной и очень красивой обуви. Также по скидке можно приобрести большое количество спортивной обуви. Ну и, конечно же, классическая обувь. Здесь представлены, например, вот такие вот туфли. Кстати, такая модель у меня тоже есть. Очень комфортные. И замша смотрится очень красиво. Ну, а если вы любите какие-то нарядные, например, летние босоножки, то вот такого плана тоже есть обувь. Ну, а сейчас давайте пройдем внутрь и посмотрим, что же в этом сезоне есть из новых коллекций и сколько стоит обувь в этом году. Здравствуйте, добро пожаловать. Сибахатин, здравствуйте снова. Вы наш гид по миру обуви в Алании в магазине Руя Кундура. Очень много спортивной обуви, разноцветной, кожаной, натуральной. Кстати, самое главное в этом сезоне, это, наверное, цвет, да? Цвета, все, да. Все цвета есть. Все радуги, модели такие яркие, интересные. Есть цвета. Очень, кстати, легкие, несмотря на массивную подошву. Они очень легкие и стоят 315 лир. Вот такие вот интересные кроссовочки. Посмотрите, даже вот с такими вот интересными вставками. Гужа. Очень, ну, кстати, очень легкие. Массивная это фирма Гужа. Гужа. Да. Стоит 440 лир. Очень легкие. Стелька мягкая. Два цвета. И цвета. Карма. Разноцветные. Вот такие вот, видите, интересные цвета. Это тоже хорошие, массивные, но легкие-легкие. Ой, правда, кажется, что такие массивные, а на самом деле очень легкие. И вот, посмотрите, опять в этом сезоне вот такие вот интересные цвета. Какой хотите? Серый, цветной, черный с красным. Угу. Легкие, это какая легкие. Фирма? Мессимут. Мессимут. А, посмотрите, какая интересная модель. Очень удобно, очень мягкая. Поэтому, друзья, то, что мы вам показываем сейчас, это только малая часть того, что есть в этом магазине. Поэтому вы можете найти модели от вот таких вот супер консервативных, классических, да, до вот таких, посмотрите. Но это вообще что-то нечто невероятное. Оригинальных, классных, молодежных моделей. Тоже новая модель, очень красивая. Есть в черном цвете, есть в белом цвете. И очень много вот таких вот прям супер-мега удобных фрифуд, да, это? Фрифуд. Но в этом сезоне, да, появились вот такие вот интересные цвета. Кожа тут вообще отменная у них. Над этой моделью я поставила эксперимент. Мы поехали в Восточную Турцию в отпуск, и я 10 дней ходила только в них. И как? Ноги не устали вообще. Вообще. Поэтому, друзья, опять же говорю, вся обувь проверено на себе. И вот такого вот плана тоже здесь есть разные, да, модели. Очень красивый вот этого года модель вместе мы фирма. Раньше есть 4 были. Цвета. Кроссовки-носки. Кроссовки-носки тоже очень удобны. Кто любит. От фирмы чтобы... Мама Мия очень удобно внутри, ортопедические. Тоже не желтеет подошва. Как есть белые, так и остаются. Очень много у вас моделей, например, классики, да, это разные. Туфли на высоком каблуке, золотые, серебряные, пожалуйста, вот такие вот. Тоже новый сезон, Венус, да. Этого года недавно получили. Кто любит что-то необычное, вот с таким вот каблучком, 220 лир. Такие вот вечерние тоже босоножки и летом, и зимой, и опять же. Новый сезон Гужа тоже. Вот. Фирма Гужа. Фирма Гужа. И вот такие вот модели разных цветов абсолютно. Если, например, балетки, да, вот такого вот плана, можно и светлые, и самое главное, с лазерной обработкой, что гарантирует, ничего не будет. Вот у нас есть такие летние, новый сезон, очень хороший, натуральный, замшевый, от фирмы Venus, есть разные цвета. Цены разные, там есть у нас, допустим, за 250 лир есть, за 219 есть, за 400 есть, за 350, разные цены. А здесь у нас выставлены вот с сандалиями, все кожаное, все натуральное, очень удобный сезон нового, допустим, кто любит. Сейчас модно, кстати, вот под гладиаторы, скажем, такие, Софи Мари тоже, очень удобные. Цена тоже недорогая, 345 лир, очень мягкая внутри. Подошва не желтеет, еще раз говорю, есть бывает, что обувь желтеет быстро, здесь нет. Здесь такого нету. Вот от мамы имеет очень удобно, вообще не чувствуется ноги. Это 41 размера есть.
так что проблем нету с этим, очень удобно и на широкую ногу, без проблем. Потом вот новый сезон еще Мама Мия, тоже очень удобный, хороший, цена недорогая, 200 получается 45 лир, очень хороший, удобный. Здесь тоже новый сезон, вот шлепки скажем, очень хорошие, модные, от Мессимут, вот, цвета есть разные, хорошие, красивые, модные. Вот у нас Silver Polo, сумки, очень хорошие, очень качественные. Допустим, вот такая была 310 лир, сейчас со скидкой стоит 200 лир. Цены меняются, разноцветные. Сейчас еще новые завозы будут. Верхние рюкзаки, тоже Venus, Silver Polo. Есть марки разные, от 50 лир до 300 лир есть сумки. Разные, вот, очень хорошие, допустим, Silver Polo. В оригинале, не подделка. Есть маленькие, большие, разноцветные. На любой вкус есть. Очень многих интересуют, конечно же, кожаные сумки. Я вижу у вас новые модели, да? Натуральная кожа. Натуральная кожа. Вот такие модели есть. Кто любит что-то классическое? Моя самая любимая модель, потому что я очень люблю лаковую кожу, да. Есть модели, например, белых. Очень много появилось, кстати, у вас в этом году, да? Есть. Очень много светлых моделей летних, но светлые модели можно и зимой тоже носить, и в любое время года. Кто любит что-то такое более... Кстати, вот эта вот форма очень классная, и самое главное, что удобно, сюда все помещается, и сумку можно носить и как... И еще запасной ремешок есть, можно поделить. Да, можно как вот так носить, да. Удобно, так и вот так, да. Вот, так и вот так и вот на руку. Вот этот, да, вот этот ремешочек очень универсальный. В какую цену, например, вот эта сумка? Эта сумка стоит 600 лир, а вот эта вот маленькая? Эта маленькая стоит 450 лир. 450. Ну и есть вот такие вот клатчи тоже, да, косметички. Кожаные, пожалуйста, они будут служить очень долго. 300 начинается. От 300 лир, и у вас все сумки это? 620, ну это максимум, 650 ага. Максимум цена. Ну здесь у нас тоже кожаные, натуральные. Ага, полуботиночки на разных... каблучках, да. Даже есть очень интересные модели, да, и они, это прошлый сезон, да, да. Получается, это да. Остатки с прошлого сезона, и вот такие показывает. Вот ботинки, например, стоят 380 лир. И, кстати, несмотря на то, что кожа лаковая, как я уже сказала, ничего с ней ничего не происходит. Сейчас покажу вам ботинки, которые у меня есть, это вот такие вот, только у меня черные, и они даже не царапаются. Я знаю. Они даже просто потрясающие. И посмотрите, если говорить о том, в 20 градусов мороз, меха нет, но они невероятно были теплые, поэтому обратите внимание и на... И удобные. Удобные. И удобные, да, целый день можно ходить и хорошо, абсолютно в комфорт. То, что касается зимней обуви и обуви осенней, демисезонной. Сейчас у вас представлены сапожки, полусапожки. И очень много, кстати, сапог, вот таких вот, казалось бы, классических, но посмотрите, какая красота. Они смотрятся просто шикарно, когда спереди кожа немножко затемнена, на пятке. Очень красиво. И есть, кстати, разные цвета, есть даже с мехом, да? Вот кто хочет натуральный мех, есть с натуральным мехом, это у нас фирма. Мама Мия, 660 лир, вот такие вот ботинки. То есть можно найти и на зиму, на осень. Посмотрите, под казаки, да, но более такие высокие. Набуковые. Натуральный набук. Натуральная, натуральный нубук. А внутри у них утепленное, и это хлопок, да? Хлопковые, вот такие вот утепленные. И ортопедическая внутри идет. Ага, и стелька, видите, ортопедическая. Несмотря на то, что казалось бы без меха. Ну, очень теплый. Очень теплый, я это подтверждаю, потому что я сапоги Мама Мия, ботинки Мама Мия без меха носила в Мурманске при температуре минус 20 градусов. И они не потрескались, они не... В общем, ничего с ними не стало, и они были очень-очень теплые. Поэтому...
Это, наверное, современные, да, такие материалы, на любой вкус есть, на любой возраст есть, да. Утепленные, неутепленные, осенние даже. Полусапожки, вот, сапожки. Летние варианты есть. Летние варианты, да, вот очень красивые такие лаконичные ботиночки, поэтому приходите, смотрите, выбирайте, я думаю, что что-то вы все-таки себе подберете. Пожалуйста, здесь Венус, Мама Мия, вот большие размеры, 41, 42 размеры есть, 43 размеры есть. То есть женская обувь вплоть до 43 размера, и это получается вот эти вот модели, да? Да. Они тоже такие летние, демисезонные. Кожано-натуральные и внутри ортопедические, самое главное. И внутри, видите, тоже вот такие вот ортопедические. Такая модель стоит 275 лир. Это 41-42 размеры. 41-42. Вот кто хочет, обычно очень много вопросов по поводу больших размеров. Вот кто хочет удобную, летнюю, разную демисезонную обувь, здесь тоже, видите, в этом магазине все есть. Здесь также большое количество как летней, так и спортивной обуви. Очень много классической, полуклассической. И, например, вот одна из таких моделей, одна из моих самых любимых моделей. Она идет, кстати, в трех цветах. Стоят эти балетки 265 лир, и носятся они просто потрясающе. Представьте, в Алании в жару, я ношу их летом, очень хорошо носятся, не сбиваются, ну просто супер качественная обувь, ношу сама. Друзья, кто давно смотрит мой канал, знает, что я очень люблю лаковую кожу, это прям мой фаворит, и я всегда ее ношу, и я люблю черную и белую обувь, лаковую или замшевую. Но в этот раз я себе решила еще присмотреть сапоги вот такого вот потрясающего коричневого цвета. Кстати, стоят они 470 лир. Натуральная кожа. Я уверена, что они очень-очень теплые. И они смотрятся просто шикарно. И также к лаковой коже в магазине Роя Кундура есть обувь разных цветов, фасонов, моделей, ну и, конечно же, сумки. Но поскольку я люблю лаковую кожу, здесь я нашла себе по вкусу тоже вот такую вот сумочку, потому что моя прошлая сумочка стала мне немножко мала, которую я, кстати, также купила в этом магазине. Носится просто без проблем, никаких царапин, я не знаю, потемнения кожи или еще чего-то совершенно нет. И, кстати, вот про эти ботинки я вам уже говорила. Эти ботинки — это не кожа. Я их купила 2 года назад. Посмотрите, никаких проблем, несмотря на то, что это не кожа. Сегодня я подобрала для того, чтобы освежить на новый сезон, вот такие вот ботиночки. Это у нас натуральная кожа. Натуральную лаковую кожу я носила даже зимой. И вот эта вот фирма, одна из моих самых любимых, посмотрите, как смотрится красиво. Лаковая кожа, она, несмотря на то, что она нарядная, она очень-очень практичная в носке. Вот такие вот красивые ботиночки. Также я подобрала себе вот такие вот лоферы. Кстати, эти ботиночки стоят 470 лир. Ой, просто потрясающий. Нога прям супер. Вот бывает, когда обувь прям подходит идеально. Вот это вот идеальная пара. Мама Мия. Очень мягкие внутри. Стоит, сейчас я вам скажу, стоит 290 лир. Будут просто шикарны в носке. Если хотите что-то нарядное, в этом магазине, конечно же, есть и вот такие вот красивые туфли. Фирма Мама Мия. Если вы берете этой фирмы ботинки или туфли на каблуке, вы можете быть уверены на 100%, что они будут очень-очень удобные. Ну и, конечно же, каждый год я покупаю себе белые кроссовки. Это кроссовки фирмы Free Foot. Ношу постоянно. Прошлые кроссовочки мои золотистого цвета. И они тоже идеальны, особенно для лета, для теплой весны, осени. Нога, ну, как будто на облаке. Посмотрите, какая красота. Это все производство Турции, турецкие фирмы. В общем, смотрится идеально. Напишите в комментариях, что из этих пар вам понравилось.
Мне очень понравились вот эти вот ботиночки, ну и, конечно же, лоферы, ну и кроссовочки. Посмотрите, все это идеально подходит к моей сумке, надеюсь, к моей будущей сумке. Ну и, конечно же, сапоги. Сапоги очень удобно также и в Алании носить в межсезонье, например, осенью, весной. И сели просто идеально. Номер 39. Посмотрите, какая красота. Но это просто идеальные сапоги. Очень здорово. И очень-очень мягкие. Нигде не жмет. И очень качественно сделано, потому что носок не будет сбиваться от того, что здесь есть вот такой вот ободок. В общем, друзья, как вы видите, в этом магазине есть обувь на все сезоны, на разный вкус. И вы всегда найдете то, что вы ищете и то, что вы хотите. А самое главное, то, что подойдет именно вашей ноге, то, что будет вам удобно. Ну а сейчас вместе с вами мы переносимся в мужской отдел, где я вам расскажу уже о мужской обуви, которая представлена в этом магазине.